Специалисты Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» при участии исторического клуба «Черномор» в ходе этой акции провели встречу со студентами Российского государственного социального университета. Перед ребятами выступили ветераны. Чтобы это поколение лучше себе представило события на полях сражений Великой Отечественной войны, клуб «Поиск» развернул передвижную выставку оружия и других артефактов, найденных на Кубани. Сегодня у нас есть часть оружия рабочей крестьянской Красной Армии и солдат Вермахта. И все, что здесь представлено, все это было найдено в ходе полевых экспедиций, проводимых на территории города Анапа, ну и территории Краснодарского края.